Главная новость к этому часу. Десятки людей погибли в результате взрыва в сирийском городе Ааз у границы с Турцией. Я Егор Гордеев, здравствуйте. В многолюдном центре города у здания суда взорвалась цистерна с горючим. Точных данных о жертвах пока нет. Очевидцы говорят о 40 или даже 60 погибших. Десятки людей получили ранения и ожоги. Сейчас вы видите кадры из турецкого пограничного города Килис, куда привозят раненых. Больницы в Азазе не справляются. Большинство пострадавших – это мирные жители. Взрыв был настолько мощный, что разрушены дома вокруг площади. Власти вынуждены были использовать бульдозеры, чтобы разгрести завалы. Азаз находится под контролем оппозиции и свободной сирийской армии, которая отбила этот приграничный с Турцией район у группировки «Исламское государство». По данным турецких агентств, взрыв устроили именно боевики-исламисты. Но ни одна действующая в Сирии экстремистская группировка пока не взяла на себя ответственность. На юге Турции арестованы четверо выходцев из Чечни. Власти подозревают их в попытке примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» в Сирии. Как сообщает агентство «Анадолу», задержанные планировали попасть в Сирию через приграничную турецкую провинцию Хатай по фальшивым документам. Они подделали удостоверение личности, которое в Турции выдают сирийским беженцам. По данным российских властей, в рядах радикальных исламистов на Ближнем Востоке воюют не менее 2000 выходцев из России, стран СНГ и многие из них из Северного Кавказа. Президент России Владимир Путин распорядился провести хакерские атаки, чтобы повлиять на предвыборную кампанию в Соединенных Штатах и помочь избранному президенту Дональду Трампу. К такому выводу пришло разведывательное сообщество Соединенных Штатов. В несекретной части доклада директора разведсообщества отмечается, что, дальше цитата, «целью России был подрыв доверия общества к демократическому процессу в США, очернение Клинтон и нанесение ущерба ее избирательным возможностям». Анализ разведки был опубликован вскоре после встречи Трампа с главами спецслужб. По ее итогам он сказал, что иностранные хакеры на исход выборов никак не повлияли. Россия отвергает утверждение, что была заинтересована в кибератаках. Но, по словам Трампа, взлом сервера Национального комитета Демократической партии стал возможен из-за потери бдительности самой партии. Первая леди США Мишель Обама выступила с прощальным посланием, в котором подчеркнула национальное и религиозное разнообразие Соединенных Штатов. Ее речь была обращена к молодежи главным образом. Жена президента Барака Обамы пользуется огромной популярностью в стране. Ее рейтинг составляет 72%. Послушайте ее. Я хочу, чтобы наши молодые люди знали, что они многое значат для страны, что они ее часть. Не бойтесь, молодежь, вы слышите меня? Не бойтесь. Идите к своей цели, будьте непреклонны, не теряйте надежды, пользуйтесь своими возможностями, расширяйте их хорошим образованием, а потом выходите в мир и стройте страну, достойную ваших безграничных обещаний. Ведите своим примером с надеждой. Никогда не испытывайте страх и знайте, что я буду с вами, я болею за вас, и я буду поддерживать вас до конца моей жизни. Наводнение в Таиланде. В пик туристического сезона под водой оказались острова на юге страны. Туристы экстренно покидают популярные курорты Самуй и Панган. 12 человек погибли, пострадали более 700 тысяч. В некоторых районах вода достигает крыш домов. Нарушены транспортные сообщения. Десятки рейсов отменены или задержаны. Прогноз синоптиков неутешительный. Сильные дожди будут продолжаться еще как минимум 2 дня. Православные восточного обряда во всем мире сегодня празднуют Рождество. В Москве народным гуляниям не помешали даже сильные морозы. Эта ночь была самой холодной рождественской ночью за 120 лет. Температура воздуха опустилась ниже 30 градусов. Днем в российской столице было около 25, ниже нуля. По прогнозам, в ближайшие 2 дня потепления ждать не стоит. Несмотря на морозы, власти Москвы решили не отменять запланированный на завтра велопарад. По оценкам властей города, в нем примут участие около 1000 человек. А вот в Тбилиси тысячи людей вышли сегодня на улицы по случаю Рождества. Движение автомобилей в столице Грузии парализовано. В стране этот праздник принято считать главным, и грузины традиционно целыми семьями выходят на улицы. Тысячи паломников со всего мира собрались в этот день и в Вифлееме. В древней церкви Рождества, построенной над гротом, где, согласно библейской легенде, родился Иисус, прошла праздничная месса. По установленной еще Ясером Арафатом традиции, вместе с православными верующими молился и нынешний палестинский лидер Махмуд Аббас. На этом все. Увидимся, до встречи.